Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин. В этот знаменательный день я поделюсь с вами секретом, как сделать селфи с руководителем вашей любимой компании. Поехали! Наверное, каждому фанату хотелось бы сфотографироваться с основателем или директором своей любимой компании. Конечно же, можно поехать в Mountain View, или в Купертино, или побывать в Тайюане. Но я предлагаю способ проще. Для этого нужен смартфон HTC с оболочкой Sense и пакетом HTC iXperience, исходный файл, который можно найти на просторах интернета, и ваше селфи. Выбираем исходную фотографию, нажимаем «Изменить», «Эффекты» и выбираем функцию «Морфинг». Функция «Морфинг» объединяет два портрета в один. После чего выбираем то лицо, которое вы хотите заменить. Теперь выбираете свое изображение. Идет обработка. И далее ползунком вы подставляете себя. Нажимаете «Сохранить», «Сохранить как фотографию». Все. Вот так получилось мое селфи с основателем и руководителем компании HTC Чер Янг и Питером Чоу. Точно таким же способом вы можете сделать селфи с любым известным человеком. Можно, кстати, сделать и наоборот. Сначала сделайте селфи со своими друзьями, а потом также на их место поставьте лицо знаменитости. Но что же делать, если у вас смартфон не HTC? Ничего страшного. В Google Play и App Store есть немало приложений по запросу «Морфинг». Установите любое на свой смартфон и наслаждайтесь результатом. А с вами был Дмитрий Калинин. Удачи нам всем!